Массовую сдачу крови организовало областное МЧС для своих сотрудников в канун юбилея экстренной службы. Традиционная акция пройдет 3 дня, на протяжении которых станцию переливания крови посетят несколько десятков сотрудников ведомства. Я принимаю участие в акции уже 9-й раз. Для меня это 9-я кроводача. Я считаю, что сдать кровь — это хорошее дело. Я уверена, что она кому-то пригодится. Только за первый день акции к ней присоединились 22 спасателя. Многие из них сдают кровь не в первый раз, понимая, что это может спасти чью-то жизнь. Сегодня у нас дают кровь сотрудники МЧС. Они знают, для чего они пришли, и знают, для чего нужна донорская кровь. Это солидный запас от донорского дня, который позволяет создавать переходящий запас компонентов донорской крови. Сотрудники министерства стараются всегда помогать нуждающимся и вне своей основной сферы деятельности. Недавно спасатели помогли приюту животных «Добрые руки» со строительством вольеров и будок для бродячих собак. На постоянной основе проводятся профилактические и гуманитарные акции. Есть у областного подразделения МЧС и подшефный детский дом, воспитанники которого всегда рады гостям-спасателям. Хотелось бы еще отметить, что помимо служебных обязанностей, которых мы исполняем в соответствии с нормами приказов, Главное управление проводит еще ряд других мероприятий. Вот сегодня мы кровь сдаем, да? Мы помогаем детским домам, проводим акцию «Помоги собраться в школу». Сотрудники станции переливания крови разъясняют: перед сдачей крови необходимо хорошо отдохнуть, а перед сном нежелательно употреблять жирное, острое и спиртное. Андрей Кирюшин, Богдан Патрин, Новости 21.